Наша музыка. Наша. Вася Обломов у нас в гостях. Меня зовут Вася Обломов. Со мной пришел мой друг Саня. Привет. А вот барабанщик сегодня выступил для себя в неожиданном качестве. Играл вот на какой-то такой дудке с клавишами. Чтобы твоя баба к массажисту переехала. Желаю, чтоб тебе в бампер пол трамвая въехала. Чтобы инвесторы денег назад потребовали. Желаю, чтоб клиенты судиться с тобой бегали. Чтоб... Ой, забыл слова. Ничего, ничего. Отлично спел песню про начальника. Правда, по дороге забыл слова. Чтобы инвесторы денег назад потребовали. Желаю, чтоб клиенты судиться с тобой бегали. Чтоб в твоем кабинете выла сигнализация. Желаю, чтоб водоканал забыл сигнализацию. Чтобы пожарник песка навалил в приемной. Желаю, чтобы электрик штраф выписал огромный. Чтобы санинспекция офис опечатала. Желаю, чтоб все твои счета заморозили, падла. Песня «Письмо счастья» впервые прозвучала на нашем радио в исполнении автора. Владимир, вы для России самое дорогое. Всегда все по делу, всегда вы правы. Не хотели бы прийти в жюри «Минуты славы» или в «Большие гонки», что на Первом канале? Скажите. У нас в воздухе был разлит бензин. Вася Обломов сжег напалмом. Сами, наверное, знаете, что у нас почем. А то, что жизнь лучше не стала, так это же не все сразу. Мы это понимаем, Вася, подай газу. Это письмо счастья, прямо из санчасти. Здесь Вася Обломов с пацанами. Всем здрасте, пишем премьер-министру. И вместе с тем зависаем. Писаем по полной и не ждем перемен. Это письмо счастья, прямо из санчасти. Здесь Вася Обломов с пацанами. Всем здрасте, пишем премьер-министру. И вместе с тем зависаем по полной и не ждем. С днем рождения. Ну, Василий. Поздравляю. Я все ждала, когда он собьется. Думаю, ну неужели так хорошо слова знает? Собьется, конечно. Собьется, да. Она единственная не хлопала сегодня, друзья, слушатели. У меня были заняты руки. Она единственная, да. Она душила губы. Нет, я реально смотрела на Васины губы, потому что у Васи очень быстро шевелились губы. Думаю, неужели все выговорит и неужели все не забудет? Потому что текста-то много. Много. Текста много. Так что Светлана выйдет чистой из этого эфира. Да, да. Она просто на самом деле работает не здесь. А я уже диктофончик включила, ребят. Победители конкурса ВКонтакте снова просочились к нам в студию и задали вопрос Васе. Вы не планировали взять на выступление, предположим, на концертные программы клавишника? Или хотя бы периодически танцовку? Периодически он появляется, но пока мы справляемся. Я хочу, кстати, да, последняя, у меня идея была последняя взять балет себе, вот, знаешь, который вот этот. Вот эти... Руки вверх сейчас выступают. Да, с балетом выступают. Знаешь, да. Как прикольно. Пока я на концертах делаю это из пришедших на концерт, на песне «Магадан», несколько девушек, там 4-6 девушек. Вася Обломов показал мне аккорды самой крутой песни. Теперь и вы сможете ее сыграть на гитаре. Ля минор, начинаем. Ля минор. Ре минор. Всякое. Соль мажор. До мажор. До мажор. Всякое. Ля минор. Ре минор. Любит наш народ. Теперь можете петь в караоке. Это был Вася Обломов. Наша.